пришли домой, взяли, ездили на склад на самом деле. Там какие-то песочные принадлежности Димина. Ничего, правда, не нашли. Печально. Да. Но зато заехали потом домой, взяли вот Диме футболки сменные, шляпы, панамы, Диану забрали. Как без Дианы-то? Как без Дианы ехать на пляж-то? А Диана взяла с собой самый главный атрибут пляжа. Что? Купальник. Купальник, ты его одела? Да. Точно. Наушники. Наушники самое главное, конечно. Смотрите, какие гортензии прикольные, как шарики. Да смотрим, муж, красота. Какая. Прямо свеженькие, ой, вот мама, они распустились. Прям как подушечка. Прям как подушечка. Да. А, какие хорошие малыши. Кругляши, точнее, да? Буньк, буньк, слайм. Ребята, билет вы на канале Тюдики. Так, и куда ты сегодня собрался? Расскажи-ка нам, Дима. На пляж. Угу. Что взял с собой? Тусей. Для моей мастинки. Дима с собой взял все самое необходимое. Трусы плавательные, да? Да. Купаться в чем будешь. И любимые машиночки. В свой рюкзачок все сложил. Да. И готов. А я зашла вон, себе купила смузи. Но Дима сказал, что он тоже не прочь перекусить, да? Да. Черничкой. Ну что, вот и Бургер Кинг появился в нашей машине. Че, Дим, как картошечка тебе? Не положил большой. Нам не положил картошку, ты большую брать. А вот эта порция маловато для тебя уже, да? Да. Побольше надо брать. А у них нету больше. Это вот у них самая большая средняя порция. У них мне есть. Звонят по наушникам. Да ты что? До какого мы уровня уже дожили? Уже по наушникам звонят, видите, что? А флаг-то за 8000. И это средняя цена. Брокер. Ну, расскажите нам, что мы проезжаем? Где нас так потрясывает знатно-то? Мы в Верхней Сесерте. А это в том году здесь пожар был, нет? Где-то? Да, вот там. Подальше. Да, в том году мы тоже сюда ездили, и там прям пожар-пожар. Такой был, дом горел целый. Приехали на пляж! Да, Димочка, мы почти приехали. Попкуси музыку. Ну что? Так. Чем разбираем. Монетка нас порадует? Да, в принципе, ассортимент для деревенского магазина прекрасен. Папа, какие деревни, это город. Папа, откуда у тебя Олега в машине Димина полиции? Где от него бампер интересует нас? А это мне мороженка, пап? Ну, кому-то из вас. Да-да. Дим, тебе или мне мороженое? Там еще нет. Нет? Мне еще потекло. Ну вот отлично. Чипсы! Ты офигеть! Паприка! Ты любишь такие? Да, дай. На. Ну мы приедем на пляж и скушаешь. Тут нельзя. Я не боюсь. А я вот боюсь. Чего ты боишься? Ос, слепни и пчел. Нет, давай. Давай. Мы идем на пляж, и вот там, за бугал, где мы есть, где Мадзяна сидит, у него камала, и у него на ботинку села. Испугалась, да, Дианочка? Ботинку... Все, мы дошли, туристы. Идем с собакой. Туристик. О морали. Какую собачку? Раньше тут собачка была. Здравствуйте. Здравствуйте. А места есть там для машины? Для машины нет. Ой, вот собачка. А, вот она, точно. Дим, не подходи туда, не подходи туда, да. Она охраняет. Она может укусить. И а это она же была в том году? Да. Да, это она же. А друга у нее нет сегодня? Сегодня нет. Друга нет. Пойдем. Вся территория видим. И жарко, она вестеньки сидит. Уже третья машина, повторяющаяся номером, а не четвертая. Типа одинаковая цифра? Пятая! 333-333! Серьезно? У всех 333? Да! О, 666! С ума сойти! Сегодня мой день! Диана собирает.
коллекция. У нее коллекция номеров Ой, машин, повторяющихся. BMW, да. Ну, а это наша? Смотри, сколько они домиков здесь построили, кстати говоря. Да, и видишь, можно банкетик закатить какой-то. Смотри, Диана, они расширили здесь пляж. Да, вот да, они его так оборудовали классненько, там песка привезли, лежаков наставили, тут музыка вся со всех сторон играет там. Вот такой домик, который мы видели, вот там вот, да, домиков они настроили, пойдем подойдем поближе. Глэм кемпинг на месте. Он с Димочкой покидать. Дима, в теннис будешь играть? Как эта игра-то называется? Вы в курсе? Нет, Дим, кидай мне. Кидай. Не в нос, главное. Тебе нужно вот так кидать штуку и ловить мой мячик. Ой. Главное, Диме в нос его, он тяжелый. Да, не прилепи. Так, Диана, как тебе пляжик? Хороший песочек, тепленький. Горячий. Народ купается, мы не будем их показывать в купальниках всех. Я сейчас тоже буду купаться. Мне кажется, они песка, да, подвезли. Смотри, какой песочек классный. Много песка, он такой мягенький, тепленький. Есть такие палочки, которые вот так вот вверх становятся и могут случайно заноситься. Да? Я уже одну такую видела. Только тормози там внизу, а то опять врежешься. Поехал? Ожидание, реальность. Мы ехали с детьми. Сейчас на катере покатаемся с ветерком по реке. И вот она, реальность. Папина одна лошадиная сила. И давай еще скрипучих весел добавь нам. Мы решили немножко добавить драйва в наше путешествие. Мы... как это называется? Какой-то вираж произведем? Вираж. Какой-то... Ших! Оба! Оба! Папа, давай и над нами какой-то ястреб кружит. Он ждет, когда мы потонем, мне кажется, нет? Ты посмотри, Диан, ты видишь какая-то? Это не дикая, как это? У нас вот есть вот обратите внимание. Смотри, смотри, Кость, он сейчас на нас. Он сейчас на нас. Ух ты, ничего себе. Он прям на нас целился. Я его прям когти видела. Девки-нарушители. Вот парни когти. Сидят в этих, в жилетах, а девки все все снимали. А нам мокро, нам дали какие-то мокрые жилеты. Мы замокрились у них. Он же прям, смотри, он, наверное, рыбу хотел поймать. Он рыбу, да? Мы вообще плывем на остров вон туда. Не до фотосессии нам еще. А там есть волки? Волки? Медведи. Да, лисы и змеи. Ну, кстати, змеи могут быть. Ну что же, мы уже приблизились к острову. Вот какая травка. Как раз солнышко выглянуло. Прекрасненькое. Там вон тоже у кого-то какая-то дача. О, какой-то птица так быстро. Да, так точно на него не выйти. Папа был прав. На мель сядем. На мель сядем. Будем сейчас травку слушать. Я тоже, когда был маленький, с мамой, с папой, с Тёмой, мы вот так вот на лодке плавали по озеру у Вильды, также на острова приплывали. Ой, тут дорожка протоптана. Протоптана? Проезжая. Ты... Вот есть.
А что, если мы поедем дальше? Видишь, вот смотри, вон смотри, видишь, он плавает, это водяная ряска. Вон она. Водомерка. А вы чувствуете, как мы качаемся? Да. Смотри, как они качаются сами. Волны. Ой, сынок, осторожно. Садись. Ты далеко? Яни, что ли, пошел? Осторожно. Осторожно, осторожно. Сейчас смотри, как он хорошо идет. Молодец. Давай, стой. Давай, ой, держись. Ну. Молодец. Ладно. Давай, стой, держись. Ой, мамочки, они на нас едут уже опять. Смотри, 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 круто, 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 круто. Дядька, молодец. Яна просто решила медитировать вместо того, чтобы купаться. Правильно, я считаю? Это ты от Димы научилась? Нет, он первый начал. Что-то это я первая начала. Да, это он у тебя научился? Извините, пожалуйста, извините. Я на свет раньше появилась. Сила солнца, приходи к нам. Что ты делаешь, Дим? Себе новые грязи. Новые грязи собираешь? Да. А для чего тебе эти грязи нужны? Да, сладости, которые надо есть. Я делаю новую обычную хазу.